27 декабря 2019 года решалась судьба целого народа. Кадры, которые вы сейчас видите, взбудоражили весь мир. Вначале сотворил Бог небо и землю. Господь приготовил на нашем пути множество источников, которые дают нам возможность жить. Жизнь — это тайна любви Бога к человеку. Именно здесь, на этом святом месте, Черногория берет начало. Связь с Богом человек ежесекундно, ежеминутно может иметь. Прямая, живая связь с Богом. Православная церковь Черногории была на грани истребления. Но люди сумели объединиться и встать на защиту своей веры. Так началась жизнь здесь. Кажется, что не один народ. Это великое, бессмертное православие. Самое сложное, наверное, в этом мире – это то, что люди называют любовью. Ластовицы Христовы – это самое лучшее. Ничего не имеет, а вся вселенная твоя.